С вами Сталкер Дед. Здравствуйте. Расскажу вам о том, как я позвал своего соседа в игру. Ну, точнее, сосед увидел у меня игру Сталкер и попросил меня помочь установить. Я ему отправил все ссылки, что надо скачать Steam, как скачать Discord. У меня об этом есть видео, как меня добавить. Сверху ссылочка будет. Как меня найти? Указал ему 10 раз, что мы играем на европейском сервере Евро-1. Он у меня заходил в игру, знал, что это европейский сервер. И кто хочет с нами играть, мы играем на сервере Евро-1. В итоге что получилось? Посмотрите, тоже будет нецензурная лексика, но мы потом помирились, все было хорошо. Вместе новичками пошли в Любич. Я своим третьим персонажем, а он своим первым. И еще чуть не забыл, в конце видео будет конкурс для новичков. Беспроигрышный практически. Костер я разжег. Слышишь? Че говоришь? Ты на сервере-то и на европейском или ты играешь? Слышь, что? А, Валентин? Валентин? Что, пропал, что ли, или что? Что, где ты ешь? Я тебе вопросы задаю, ты отвечай на них. Ты на каком сервере вообще? Ну, просто. Я вот здесь вот стою, возле ворот, нахуй. Да. Да, да, слышишь, нет? Слышно, нет. Слышу только сейчас. Чё ты, блядь, там? Слышишь, нет? В общем, только что мы пришли на станцию Лесная. Ждем одного человека, который тормоз, блядь, слегка. И жарим мясо на костре. Это новый член клана, на который не может в интернет зайти, блядь. Вот он, наверное. Нет, это не он, к сожалению. А? А вот он ты, да? Вот этот вот? Да, да. Ты какой? Да. Вот, я тебя в отряд ну, приглашаю. Вот. Пригласил? Это вот ты, ага, да, все, да. Все, я, короче, костер жарю. Тут надо записку прочитать. И оружие перезаряжай, все. Ну-ка, в отряд еще пригласил. Ну все, ты приглашен. Как я тебя еще раз приглашу? Все. Короче, нам надо записку прочитать в рюкзаке. Первым делом. Все. Экономим патроны там. Патроны не расстреливаем. Костер потом пожаришь. У меня их нету. Кого нету? Все, перезарядился и двигайся за мной. Все прочитал записку, все. Все, пошли. Пошли. Так, двигаемся до станции Ильича, пользуемся навигатором, для этого проще. Ты тоже с нами он тот, да? Да, он будет втуплять там 2 часа, можно с ним на контакт выйти. От меня не отставай, не туда ты пошел, слышь что? Где ты? Ты куда-то не туда ушел, говорю. Он сзади тебя. Такая шляпа. Да, да, что? Да вот они. Пошли. Где ты? Не пошли. Туда надо, где ты. Вот он. Ну а куда? Пошли.
Ну где я, блядь? Вот видишь ты, нет? Видишь, я напротив тебя стою, да. И ты не напротив меня стоишь. Ты напротив кого-то стоишь. Да ты что? По дороге все бегу дальше туда, там-то, да? Да ты ко мне подойди, тебя должно видно быть. Мы в отряде с тобой на карте. Тебе знаешь, куда надо? В квадрат С5-1. Слышишь, нет? Да не к ним. Слышишь, что, Валентин? Ник-нейм, скажи, хули ты, блядь, слышишь ты? Ну а что ты, блядь, его не видишь, что ли, у меня никнейм? Я его сам не знаю, блядь. Бонд Массад никнейм, блядь. В отряде ты у меня. Нахуй у ты кому-то там подходишь, блядь. У меня тут Арлукан какой-то другой. Так это другой, потому что, блядь. Ну вот. Медленно, пока он передвигается по этой карте. Видал, как, да? Заебешься идти. Хотя тут вообще это секундное дело. Он должен пожрать у меня. Вот что. И выпить водички. И тогда он начнет двигаться быстрее. Пьем воду. А чё ты куда-то пизданул-то, блядь, от меня, нахуй, хуй знает куда, блядь. Пиздец, как с тобой тяжело играть. Я тебя в отряд добавил, он тебя всё, чё, ник запомнить не смог сразу, что ли? С5-1 бегу. Живот подбегает. Во. Пока тебя не вижу, прям в деревню заходи. Я ж говорю, как только начали играть, я до деревни не дошел сразу, где ворота идут, никуда не отходил. И сразу уже побежал сюда. Ну и что ты, где ты в деревне-то? Вот захожу сейчас. А, по новой заходим? Колонка вот где уже я. Какая колонка? На станции, что ли, блядь? Деревня. А, точно, колонка тут есть. Вот где надо попить. А я тебя что-то не вижу, блядь. Ты отряд нахуя-то расформировал, блядь. Возле колонки сейчас, нет? Я возле колонки. Возле колодца. А, ну, вот они. Да, вот они, я подхожу. Я тебя не видишь, вижу. Сейчас? Нет. Нет. Вообще нет у тебя, блядь. Где ты есть-то? Нахуй ты из отряда-то все убрал, блядь. Ты на станции или в деревне? Нет у тебя тут в деревне? Получается, знаешь, где я это? Хон Лесницкий, где вот эта деревня. Колхоз Ленинский? Да. Точно? Я тебя не могу найти, как. Да, там колонка стоит. Ну ты к торговцу можешь подойти? Да. Владимир Ильич написано, нет? Пошел к торговцу. Быстрее, давай. Его. Возле торговца? Да. Как его зовут, торговца? Наводишь. Владимир Ильич. Да? А тебя нету, короче, со мной. Понял, да? Все правильно. Да. Вообще а нету. Почему нет? А хуй его знает. Нахуя ты из отряда вышел, блядь? Или эта система выкинула? Короче, у него берем задания все. У Владимира Ильича. Ну это вот не тот, что там мы как словимся. Ну я не знаю, нахуя ты вообще, блядь, от меня сразу куда-то похуярил-то не туда, блядь. Я тебя в отряд добавил, двигайся за мной, блядь. Я другим маркером подсвечен, ты куда-то ухуярил, непонятно куда, блядь. И не могу тебя найти, блядь, это пиздец какой-то, нахуй. Ну по сущности, блядь. Так и ни с кем я не играл еще хуёво, как с тобой, блядь. Где ты есть, блядь, нету тебя, блядь. От торговца ты отошел? Ты чё сразу сообразить не мог, я как только включил компьютер, у меня то прогини запускается, то еще что-то. Ну то есть тебя тут нету? Уже надо было понимать, блядь. Не, ну то есть тебя тут нету сейчас, да?
Возле Владимира Ильича. Да. Нету, да? Вот тебя нету, я вот тут стою у него. Да? С маленькой буквы по-английски. А, не-не-не, стой, по-английски. Ты Валентин 25. Валентин 25? С маленькой буквы? С маленькой буквы, с большой. Да. Чё, да? С большой Валентин. Все понял. Валентин. Большой. Да. Тут в отряде уже голубая какой-то у меня. Да ну нахуй он нужен-то, блядь. Видос-то не снимается нихуя, блядь. Это только, блядь, все затраты по времени хуева гора, нахуй. Проблем куча, нахуй, блядь. Ну да. Уже ружье надо было давно взять, нахуй. По вот координатам. Тут... Я тебе по координатам уже 10 раз сказал, что я S5 в квадрате, один в углу, блядь. По-английски. Вот я... Тут другой чувак был какой-то 3X, ушел отсюда. Ну хуй его знает, короче, нахуй. Где ты, блядь? Вообще непонятно нихуя. Просто непонятно, блядь. Чуваки, есть, тебя нету, блядь. И чё тебе этот Глеб Валерьянович какое задание дал? Ну, охота на кабана. А мне вот он дал, нужно проверить... Так ты уже, походу, выполнял? Что-то? Нет. А как это он тебе дал? Охота на кабана, что-то, блядь, так. У тебя что, ТОС уже есть? Нет, откуда он? А где он, как тебе охоту на кабана? А как он тебе мог охоту на кабану дать, блядь? Сейчас посмотрим. Так, телестанция Улюбеч. Станция лесная, так... Давай. Возможный схрон надо найти в квадрате B6-3. Я лучше нихуя не буду, понял? Задание. То есть я тебя сразу обломаю, я читать но задание понял. Не буду. Но. Чтобы вопросов таких не задавал. Ну понял, блядь. А, ну я в тупанул, нету тут охоты на кабанов. Ну вот я о чем и говорю, что нету, блядь. Тоз найти надо, все, пошел за тозом. У тебя ключей от подвала нету. Чтобы за тозом идти. Короче, с дебилом я играть не стану нихуя, нахуй мне это надо, блядь. В общем, мой сосед, оказалось, хоть и знал, что на евро, но почему-то играл на рус. И имя у того было такое же, как у него. Тот Валентин, а тот Валенчок. И подтверждал все время. Ну, давайте о конкурсе. В общем, будем проводить конкурс для молодых сталкеров. Просто конкурс будет беспроигрышный. Первые 10 комментариев, которые люди напишут и укажут свой ник, повторяю, на сервере Евро-1, а не какой-то другой, то я отправлю, например, им автомат ППШ за первое место с магазином. И накидаю всякого разного лута. Кому-то отправлю там набор новичка, бронежилет, там пару гранат. Кому-то там накидаю каких-нибудь солидолов, чаю, сигарет. Поганки не отправлю. Поганки, если можете, шлите мне. Имя напишу внизу, монстр 3 семерки. Это будет фонд раздачи
лута новичкам. Я постоянно раздаю. Кому-то для задания рюкзак нужен. Пишите, отправлю прямо в Любич. Короче, в посылке у нас... десять ячеек. Если на всех не хватит, оно у меня меняется постоянно ассортимент. Пока выйдет это видео, пока пройдет конкурс. А конкурс завершится, когда у нас будет 1000 просмотров. Я думаю, это будет не за горами. Только ник свой пишите точно по буквам. И подлиннее делайте пробелы между ними. Пишите слово ник, пробел, свой ник игровой. Чтобы не как с Валентином у меня было, а с маленькой, с большой, по-английски. Все правильно, прямо, чтобы было понятно. И все, я всем разошлю посылочки. До новых встреч, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего хорошего.